Уроженец Сирии вместе с супругой и двумя детьми уехал из своей страны из-за сложной политической обстановки. В Бресте они уже проживают 5 месяцев. Причина выбора в пользу данного места – поиск спокойствия и возможность трудоустройства. С особенностями белорусского менталитета они успели познакомиться. Отметили гостеприимство брещан. Сменить место жительства решили самостоятельно. Родственники выбрали другую страну. Семья сейчас они в Турции. Семья в Турции, она граница. Сирия и Турция, там они живут. Ну там беженцы, они тоже. За помощью в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь они уже обращались. Ответ поступил в кратчайшие сроки. Поддержка была оказана в виде материальной помощи на содержание детей. Сегодня молодых родителей больше всего волнует вопрос трудоустройства. В семье один кормилец. Мать воспитывает маленьких сыновей. Варианты решения этой проблемы обсудили на встрече с дипломатом Жан-Ивом Бушарди. В рамках визита господин Бушарди пообщался и с другими переселенцами. Ответил на актуальные вопросы, пообещал не оставить без поддержки людей, нуждающихся в ней. Помимо этого, дипломат ответил на вопросы журналистов. Среди них оценка ситуации в Беларуси, положительные стороны и перспективы. Ситуация в Беларуси относительно беженцев улучшается. Как показатель, за первое полугодие 2017 года к нам обратилось порядка 200 иностранцев. И это гораздо меньше человек, чем за такой же период в 2015-2016 годах. И в то же время мы отмечаем, что по-прежнему на территории страны проживает много украинцев, которые обращаются либо за предоставлением той или иной формы защиты, либо иным способом узаконить свое пребывание. Мы посещаем не только областные центры, но и небольшие города. Рассказываем людям об их возможности обратиться за помощью. Замечаем положительную динамику. Обратная связь есть. По мнению господина Бушарди, в Бресте созданы хорошие условия для принятия лиц, ищущих убежище. В городе работает пункт временного содержания. Сегодня в нем проживает представитель Грузии, российская семья из Чечни и другие. Пообщаться с подзащитными и вынести на повестку дня новые актуальные вопросы. На это и был нацелен визит в Брест представителя УВКБ ООН по делам беженцев в Республике Беларусь. На этом работа не приостановится. В планах рабочей поездки по городам всех областей Беларуси.